Нет? А скажите, пожалуйста, а вот функции плотности уровней РОАД ЕЖИ есть? Можно обнаружить эти следы? РОАД ЕЖИ, ну... Ну так на самом деле распределение расстояния между уровнями выводится из функции плотности уровней, правда? Ну, то есть это чистая статистика, как сейчас считается, или все-таки там уже и хаос тоже? Обратная величина РО – это расстояние между уровнями, а закон Вигнера – это расстояние между уровнями. Это одно и то же, конечно. Так. Вадим, уловил некую вроде бы новость во всех этих исследованиях, она вот какая, что неожиданно сумма Вигнеров дает Пуассона. Тогда, переходя на язык теории симметрии, получается следующее, что это что-то связанное с концепцией нарушенной симметрии, когда полная матрица Гамильтониана, она ящичная. Вот ящик случайен, да. Он Вигнер. Да. Но если она, значит, состоит из многих ящиков, да, мы получаем Пуассона. Вот тут, кажется, проглядывает линия, вот исследовательская, что когда этих много ящиков, а это означает сохранение некой симметрии. Ну, например, момент ажи. Вадим, именно одной, складываем один момент ажи. Одной симметрии. Что? Одной симметрии. Можно многих. Ну это вообще не можно. Пожалуйста, возьмем осциллятор, можно многих симметрий, не одной. Вот. Нарушим его только по какому-то квантовому числу, ну, группы младшей симметрии, да, и неожиданно увидим борьбу хаоса и порядка на двух уровнях. Да. Значит, там, где, значит, волновые функции друг через друга не переписываются между ящиками, значит, есть порядок, внутри ящика хаос. И это, как ни странно, вот тут, кажется, появляется объект, который можно исследовать. Равновесие между этими двумя свойствами. По-моему, это слова. На самом деле, при этом важно, повторяю, сравнить число интегралов движения с числом степеней свободы. Если у нас есть спин, как добавочный интеграл движения, но число интегралов движения всего-то навсего спин, четность и энергия, а число степеней свободы гораздо больше, это хаос и никаких разговоров. Объясняю на примере. Так. Теперь, если ты, сейчас совсем одну минуту, если ты сложишь состояние, если не два спина складываются, а предположим 20, у тебя получается почти Пуассон. Да, правильно. Вот. И что? Да. Я утверждаю, что Пуассон никакого отношения... Принесем в кулуар.